рядом с полярным кругом, в шведской Лапландии деревня Вюллеры получает все больше признания. Жители показывают, как открытые бизнес-модели, основанные на местной крауд-экономике, могут изменить их жизнь. Между 50-ми и 70-ми годами 20 века в районе Вюллеры было построено несколько гидроэлектростанций. В то время население области достигало 3000 человек. После завершения строительства многие строители вместе с семьями уехали работать в другие места. Кроме того, в начале 90-х годов гидроэнергетическая компания резко сократила количество сотрудников, что вызвало масштабную волну миграции. Обеспокоенность сокращением населения, закрывающимися предприятиями и заброшенными зданиями пробудила в Вюллерами дух предпринимательства. Сначала группа из более чем 100 сельских жителей объединилась, чтобы спасти хозяйственный магазин. Эта местная бизнес-модель с долевым участием стала примером для ряда других деревенских компаний. В 2006 году 140 жителей села объединили усилия, чтобы купить закрытый отель, учредив общество с ограниченной ответственностью. Они своими силами отремонтировали его и превратили в яркий отель с местным колоритом. Для развития туризма в этом районе была создана общественная компания по экотуризму Lapland Vuollerim Limited. Эта компания предлагает такие виды деятельности, как картинг, туры к северному сиянию, изготовление ледяных фонарей и ужины с местными. Все это для того, чтобы посетители могли ощутить настоящий вкус жизни у полярного круга, воспользовавшись ресурсами 50 совладельцев местного бизнеса. Но дело не только в огромном разнообразии видов деятельности, но и в структуре их расходов и доходов. 100% прибыли реинвестируется в дальнейший рост и местную экономику. Ключом к успеху этой бизнес-модели является понимание того, что каждый из совладельцев получает прибыль за счет своего индивидуального вклада в коллективное предприятие. И по мере роста этого коллективного предприятия каждый из них все больше может наслаждаться жизнью в привлекательной деревне. С таким подходом к сотрудничеству любая деревня в Европе сможет найти свой уникальный способ создания ценности для местного сообщества и укрепления его.